Кызыт еш юратымаш да икте веслан ишанлы лима кейче калык коклашты утыр шарла. Православие верашты тиде пайрем мурым улан калыклан пулшен да икте весым пагален илыша благоверный князешт Петр да Февронием шарнымы кейче сэмэн палыма. Нуным еш да мужыр шамычым аралышы святой шамыч сэмэн аклад. Кажны иен кандашымшы июлишта марьелышта улы Руси сэмэн актиде кейчен черкылашта службы мертарат. А православие верам кучышы енлак еш икшава пилашлан викуатам да пиалым йодат. Гавриил. Он хочет тебе цветок подарить. Ты ко мне на ручки хочешь? Пырков мать еша тида юлам аклад да пагалат. Кажна рушарнян да кугу пайрем годам нуна чылан парля черкыш коштат. Ача ава икшавыштат святой парчесам подалат. Тида ешашта чыла жалатик ючам онжен куштат. Кугура кюдыржавак марлан каенынкан, эн изижан але ики атуке. Узавата палемда тынар икшавам ышта шунынат огол. Но юмо пюренган тидла весемынжо огешат лий. Умлымаш икта веслан эниртымаш илышта лекшо тюрлан элыкам сингаш полшат. Алексей да Елена коло кум и ончыч ушненыт тылеч вара эреак пырля улыт. Тиде пагытышты нунын ешышт вияҥын, пингыдемын да кушкын. Латик икшывым ончен кушташ ӱнар гына шагал, тидлан пингыде койо шоктыш, тазалык, кӧргӧ вий-куат, нимучашдыме йӧратымаш да порылык кӱлыт. Начиналось, конечно, с того, что мы с мужем в январе 1997 года повенчались в нашем храме. Венчал нас отец Александр Михайлов, который сейчас в Волжске служит. Вот. Мы повенчались, и просто, что батюшка сказал, сколько Бог даст детей, столько и рожайте. А я первую родила, и думаю, как это тяжело, ни за что никогда не буду больше. И просто всегда эти слова вспоминала, и думаешь, это надо. И, ну, легко не было, каждый ребенок. И регулярно просто с мужем в церковь стали ходить. Елена палемда, юмылан ӱшанымаш умбакыже илаш да шоралдаш вийым пуэн шога. Адакшым кумалтыш мут ешым иктеш уша. Елена ден Алексей шке икшывыштымат тидланак шӱмаҥден шогат. Йоча дене тӱҥшотышто ава шинча, вет пилашыже тидын годым пашам ышта. Тудо кӱртньыгорно станцийыште монтёрлан тырша. Но паша деч вара пӧръеҥ яра жапшым еш дене эртара. Канышке чылаште нуно чӱчкыдынак пӱртӱсыш лектын коштыт. Ерыш ӱштылаш миен толыт але велосипед дене кудалыштыт. Ефросинка, тебе тоже головку намочить? Ой, какая тёплая. Водичка. Ой. Это благодать Божья, что смысл жизни. Вот неделю прожил, пришел в церковь, сходили. Это большой праздник воскресенья для нас. И живешь даже до следующего воскресенья, чтобы... Почему именно воскресенье? Потому что еще и папа дома. Это особо богатый день. Хотя на неделе тоже по праздникам стараемся ходить в церковь, детей причастить. Шки жапыштыже Елена рушарня школышто юмын законжо дисциплинам туныктен. А сӱан деч вара шкенжым тичмашнек еш да икшывылан пӧлеклен. Кугурак ӱдыржӧ-влак аваштым ончен тудын корныжым тошкаш шонен пыштеныт. Мутлан кызыт София ден Анна Угарман кундем Выске оласе духовный училищеште юмо оҥам возаш тунемыт. София эн ончыч Моско олаште дирижёрлан шинчымашым поген. Жап эртыме семын тудо сымыктышын вес вичылан кумылаҥын. Я всегда смотрела на иконы в храме и удивлялась, как вообще люди прописывают вот эти горы, некоторые элементы, и думала, что, наверное, это очень сложно. И вот потом случилось так, что я перешла с Москвы в Выксунское духовное училище. Вот мы там учились с сестренкой, с Аней, и при Выксунском духовном училище есть школа изобразительных искусств. Это моя первая работа по иконописи. Я выбрала святых благоверных князей Петра и Февронию, потому что они покровители семей. Как раз намечалась наша свадьба. Вот, ну и как раз вот икона стала подарком для мужа. Изиракши жаржа Ульяна музык школыш коште, штушты сэмюс гардене шокташ тунемын. Тидын годым Прасковья да Ефросинья шижаржа-влак акан устан шоктымыжым ӧрын да кугешнен ончат. Мӧҥгыштӧ икшыве-влак икте-весылан эҥертыш улыт, ача-авалан кертме семын полшат. Налаш теве Прасковьям тудо эреак аваш пилен. Ийготым ончыде полшаш тырша, изи шольыжым эскера, тудын дене модеш. Тихо-т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 
Ой-ой-ой. Меня удивляет сила мамы с папой, как они всех детей вот ведут, терпят, воспитывают. И я поражаюсь их терпению, их таланту, вот воспитание. Ну, только сейчас, выйдя замуж, я поняла, насколько был большой труд у мамы с папой. Пырковмат пашамат шкеку клаште иктер пайлат. Теге дисциплины пингадемеш, адакшам ючавак ончиклак илышлан тунемат. Чила икшавак чулга да усталут. Школышта сай кой шоктышам ончиктат, да кюкша отметка дена куандарат. А яра жапышты пюртюс пума мастарлакам вянгдат. Тева Алексей дена Александр шукерта огул сымыкты школыш кошташ тюнгалнат. Кючик жапышта баян дена шокташ тунеманат. Сейчас даже говорят, подростки очень сложный возраст, да. Ну вот я, допустим, Феде говорю, одну главу из Евангелия прочитай и потом иди гулять. Если даже не усадишь там читать, или я не хочу, или что, но говорю, хотя бы главу из Евангелия прочитай. Или говорю, прежде чем на улицу идти, прочитай живых помощи. Вот Псалом 90 висит. Ну, хотя бы это малое что-то просить у ребенка. Елена Нкугу эргыже Федор технологии урока, что пугач тырла арвер лаком пючки дашт неман. Вара тида моштамам рушарнян школы, что вягден. Тылыч пусна рвеза черка, что батюшкалам полшен шога, пономарь сомолам шукта. Я сама когда-то мечтала о натуральных деревянных игрушках и всегда мечтала о лошадке. И мне кажется, как будто это вот все случайно, о чем я мечтала, сделал вот сын. Ему, конечно, преподавал Сергей Заболоцкий, который в нашем храме тоже вместе алтарничают они. Резьбу преподает он в воскресной школе. Значит, он говорил, что мы пользуемся так. Значит, ребенок садится сюда, качается так на лошадке. Потом лошадку переворачиваем. Очень удобно. Ребенок садится сюда. Сюда тарелку ставим, сидит, кушает, а потом вытрем и сюда садится и рисует. Вот Ефросинья, ей 3 годика. Потом вот так еще сюда к столу ставим, сюда садится. Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое. Елена Палемда, кажна эр, кумалтыш мудгыш тюнгалэшкан, кейча арам огыл да кюлэш сэмэн эрта. Пырков матланат кугу пиал, кунам улы еш пырля чумырга. Тыгай таташта нуну умлад, илыш штарода тукам дэчшэргэ нимат уке.